Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на канале «Дела домашние». Сегодня мы с вами будем готовить курочку в сметанном соусе. Итак, значит, нам надо куриная грудка, лук. Это у меня уже порезанный. Значит, здесь куриная грудка и две луковицы. Так, еще я беру яблоко одно. Так, солим бульоном. Перчим. Так, и сметана. Стандартная, там сколько, 300-граммовая или сколько она, граммовая баночка. 370 грамм сметаны. Ну, жирность любую выбираете. Понимаете, что чем жирнее, тем вкуснее. Если еще сливки вы возьмете домашние, то это будет вообще очень замечательно. Все это перемешали. Значит, я вот готовлю в одном горшке, да, глиняном. Можно в горшочках приготовить. Курочка у меня прям вместе с косточками. Так, ну вот так вот все разровняли. Так, накрываем все это крышкой и ставим в духовку. Значит, еще для усиления вкуса кусочек масла кладу. Ставим на самую высокую температуру. Как услышим, что вот начинает уже там это булькать у нас мясо, температуру снижаем на 150 градусов, можно снизить. И продолжаем где-то тушить. Ну, курицу не сильно долго, за час она у вас приготовится. Вот такая вот получается вкуснотень. Так, сверху я еще сыром сейчас присыплю и поставлю в духовочку еще минуточек на 10. Так, сверху сыр, он уже плавится у меня начинает, потому что все горячее. Сейчас я ставлю в духовку минуточек на 10. И все, и будем доставать, пробовать, кушать. Так, вот, друзья, сыр расплавился уже. Вот такая красота у нас получилась. Ой, Аняшка, обалдеть. Вот такая красота. Обалдеть, вкусно. Я уже пробовала. Советую приготовить. Ну а с вами была я, Галина Ткач. Всего вам доброго.